душные челы. Быстрее бы умерли же от меня, и все, я бы пошел уже апельсинки смотреть. Не, блядь, ползают на картах в своем гаражике. Опять на что он рассчитывает? Так, всего два, понятно. Опять надо было сразу стрелять. Это такие мерзкие тайминги у меня. Прям. Просто мерзкие. Прям максимально мерзкие тайминги ловлю. Бля, вот если бы я там был один, меня бы пушили. Сто пудов челы с апельсинок бы пушили. Сейчас вообще челы не пушат. Дали ног, добили, и, ну, типа, казалось бы, идите, пушите, нет? Сидят просто. Ладно, я тоже посижу. Делаю вопрос сейчас, просто не забыть. Но я не в углу сижу, ты неправильно. Конечно, молодец, хорошо, хотел пошутить, но я не в углу сидел. Я сидел в доме по центру. Контролил перебежку двух схватов. Но дело, если бы я крысил и ко мне прибежал чел, я бы его нокнул, затушил. Другое дело, когда я навожу суету во всем районе. Поэтому это ты неправильно говоришь. Про дилды и так далее.
Что-то парня вас дружок кинул. Ничего, зато у тебя мать шалава, отсталая. Почему ты так говоришь? Это синьки живут четвертую фазу. У тебя просто весь сервер за синьку умрет, я не знаю. Это пиздец какой-то. Бля, у меня козла нахуй, типа и проехали просто на морозе. Чел, который его нес, это настоящий кент. Тот, кто просто пикал и смотрел, но то, как умирает, это хуесос. Бля, просто смог пушить, охуеть. Еще запушили. Это те с пикада, да? Они резнулись. Которые за плетки орали.
Дом снизу бежит, блядь. Чего нахуй? Нерычи, блядь, что нахуй? МЖ3 ваншот просто, я вам.